только для того, чтобы им платить, и он не выпущенным был. Вот почему они имели право его так квалифицировать. Но так было до поры до времени, рано, еще, пока до денег не дошло. Так было до поры до времени, до какой поры? До тех пор, пока не научились делать биткоин носителем любой ценной бумаги. Пока не появились технологии Colored Coins или Coin Prism или другая штука. Когда научились использовать биткоин как носитель других каких-то ценных бумаг, биткоин стал реальным товаром. Таким же товаром, как бумага. То есть бумага на рынке бумаги – это просто товар, бумага, да? Если мы на этой бумаге напечатаем деньги, эта бумага станет деньгами. Если мы на этой бумаге напечатаем акцию, эта бумага станет акцией. Так вот, теперь мы можем уже четко сказать, что биткоин обладает потребительной стоимостью как товара. Он как бумага, он может быть носителем чего угодно, любого там обязательства, любой ценной бумаги. Значит, биткоин, да, сегодня является товаром. Идем дальше. Является ли биткоин деньгами? Чем отличаются деньги от любого товара? Мы знаем с вами легенду про то, что деньги появляются притчу, как деньги появляются из бартера. Да? Сначала был бартер, потом мы там сильно мучились с бартером, и потом опа, и типа, а давайте у нас будут деньги, а давайте. Значит, чем отличаются деньги от товара? Тем, что они кроме вот этой вот особенной потребительной стоимости, какую-то там потребность удовлетворяют, они, этот товар начинает функции денег выполнять. Так? То есть он там типа золотишко, я мог там себе сделать колечко или зубчик, а теперь опа, еще это золотишко деньгами может быть. Или дракушка, неважно что. Значит, чтобы понять, является биткоин деньгами или нет, нам надо понять, выполняет он функции денег или нет. Не будем сейчас вдаваться в тонкости дискуссии, там, берет денег, как они появляются, или сколько там функций денег. Я думаю, что общим местом является, что денег там три функции. Например, стоимость, средство обращения, средство сбережения. Вот три функции. Давайте разберемся, выполняет биткоин или нет. Первый вопрос. Цены товаров выражаются в биткоине? Как это происходит? Конечно нет. Они выражаются в национальной валюте. Но продавец, типа, для нас на картинке по текущему курсу все время может это переводить типа в биткоин. Но для него основная цена в национальной валюте. Его это цена интересует. Он биткоин примет от тебя, но только по текущему курсу. То есть цены товаров не выражаются. Потом вопрос. Сейчас просто мало времени, не хочу вас упомянуть, чтобы не отвлекались. Цены товаров только косвенно выражаются, то есть никто в биткоине не считает. Считают нас люди. Меру стоимости не выполняют, только косвенно. Дальше, средства обращения. Участвует он в фигуре товар, деньги, товар. То есть я продал товар за этот биткоин купил другой товар, а этот за биткоин дальше товар. Крутится он так в товарообороте? Нет, конечно, не крутится. Значит, средства обращения тоже не выполняют. Соответственно, как средство сбережения, он тоже используется не как деньги, а как товар, который используется как средство сбережения. То есть у вас же там ваше сбережение не только наличка, есть там какое-то, ну, кого что, я не знаю, антиквариат, золотишко, машина, земля, дом, это товары. Но вы используете их как средство сбережения. Так вот, биткоин в этом смысле больше похож действительно на золото. И есть уже на сегодняшний день академические исследования, которые показывают, что связь рынка биткоина с мировым валютным рынком скорее напоминает связь рынка золота с мировым рынком. То есть биткоин себя ведет не как валюта, а как золото. Его рынок реагирует точно так же на мировой валютный рынок. Поэтому, подобно золоту, он движется к фигуре. То есть товар продается за деньги, если деньги свободные, купили биток, положили типа, если вдруг что, опа, продал биток за денежки и купил там себе мороженое в магазине. Значит, не совсем деньги. Дальше. Скорее, у нас есть такие категории, которые нам позволяют его как бы определить, квалифицировать. В разных школах экономической мысли это разные категории. То есть у французов у институционалистов это называется эмбриональные деньги, то есть как бы зародыш денег, еще не деньги. У австрийцев эта тема хорошо разработана, у Ротберг это называют квази-деньгами. Мизес это называют вторичное средство обмена. То есть это еще не деньги, но оно как бы уже используется, каким-то образом фигурирует в обмене. То есть мы его не кушаем, а типа используем там, для того, чтобы дальше когда-то поменять. Идем дальше. Последний пункт, последний блок. Биткоин капитал. Что значит капитал? Что такое капитал? Средство накопления. Нет, средство накопления это вот оно лежит, типа лежит себе. А капитал это что такое? Ресурс. Прибыль. Это то, что приносит мне прибыль. Капитал – это то, что приносит мне прибыль. Это то, что движется по легендарной фигуре. Здесь нет деньги, товар, деньги, штрих. Известная формула. То есть деньги с приростом. Я какую-то сумму денег авансирую, что-то там купил, типа подешевле, продал подороже, опа, прибыль получила. Фигурирует ли биткоин в такой формуле?
деньги, там, скажем, биткоин, денежки. Конечно, это спекуляция. Это то, собственно, чем все и занимаются с биткоином. Хлебушек никто особо не покупает на него. Значит, уже в этом смысле биткоин становится как товарный капитал. Не важно, что вы там купили контейнер сапог и продали подороже, или купили контейнер биткоина и продали подороже. Вот биткоин в данном случае становится товарным капиталом. Это первый, самый очевидный, как бы, самое очевидное его воплощение как капитал. Но это еще не все. Биткоин может быть капиталом и в других случаях. Скажем, если я одалживаю вам биткоин под процент, это судный капитал становится. Биткоин становится судным капиталом. Я вам одолжил его под процент, я возвращаю его с приростом, с премиумом. Вот биткоин стал судным капиталом. Он стал капиталом, но в другом смысле уже. И последний пункт. Если я, допустим, этот биткоин покрасил, там, colored coins, coin prism, неважно что там, покрасил биткоин, скажем, там, один сатоши, у меня будет там одна акция моего, моей фирмы. Акция – это ценная бумага, которая приносит прибыль. Значит, она является фиктивным капиталом. Биткоин снова становится капиталом, но уже другим, фиктивным капиталом. То есть есть минимум три обстоятельства, три случая, когда он станет капиталом. Значит, может ли биткоин капиталом? Может. И зачастую им становится. К чему мы в итоге приходим? К какому уровню? Является биткоин товаром на сегодняшний день? Да. Он обладает особенной потребительной стоимостью. Является биткоин деньгами? Скорее, квази деньгами, зародышем денег. Является он капиталом? Да, является. А теперь, внимание, вопрос. Так что же с официальными трактовками делать? Он и то, и другое, и третье. Так вот тут как раз уже вопрос разницы между фундаментальной экономической теорией и, скажем так, практикой, нормативной теорией. Наша задача теоретиков показать, что он есть, что он суть биткоина, чем он по сути своей является. И мы показываем, он то, и другое, и третье. А уже как его регулировать, какое регулирующее ведомство выбрать, какие нормы к нему применить, это уже вопросы, которые зависят от конкретных обстоятельств данной страны, данного региона, там, чего угодно. Его решают экономисты практики, его решают юристы, его решают политики. И удачи им в этом. Спасибо за внимание. Если вопросы, если, пожалуйста. По сути, есть эмбриональные деньги, квази-деньги, да, и если биткоин мы видим как дальнейшем регулирование его волатильности и так далее, может, и когда как бы более становится как средством обмена. Вот это свойство капитала совместно, либо это мешает формированию денег, или это можно как бы разделить и на друг друга не влияет. Хороший вопрос. Я думаю, что мешает в том плане, что биткоин в основном является у нас чуть не средством спекуляции. Из-за этого типа сильная волатильность, поскольку нет никаких макроэкономических вообще зацепок, чтобы понять курс биткоина, мы не можем никакую макроэкономику к нему сопринять. Об этом говорил Кир сегодня, что там только новостной анализ, типа новость вышла, опа, курс вверх. Ни с какой макроэкономикой, ни с какой типа реальной темы не связано. Можно сравнить биткоин с золотом. То есть вот все активы поделены на золото, это формируется на золото. Нужно также сравнить биткоин с системой учета доли капитала каждого во всех активах планеты. Сейчас, одну секунду, я закончу вопрос. Так вот, из-за того, что типа все время спекулируют, например, часто волатильность высокая, пока высокая волатильность не можем в нем считать. Пока он не будет функцию меры выполнять, меры стоимости, дорога в деньги ему закрыть, пока он мерой не станет. То есть, это понятно. Представь, что нету уже волатильности, мы как бы все знаем и все об этом. Понял. Дальше следующая штука. Возможно, но это как бы отдельная тема для разговора, я этим занимаюсь как раз сейчас, это как бы входит там, в диссертацию отдельным блоком. Есть как бы гипотеза, такая мысль, что биткоину вообще не надо обмениваться на товар. Ему надо обмениваться только на деньги. Есть как, допустим, СДР, там, СДР же не обменивается на товар. СДР только обменивается на другие валюты. Или, допустим, доллар, ну, как бы, на валютном рынке, он же только там между валютами обменивается, то есть там, типа, мексиканский песо меняется на норвежскую крону не напрямую, а через доллар. Вот так же самое, возможно, типа, и у биткоина такая же роль, типа, то есть как промежуток в обмене других денег. Он, может быть, ему на товары не надо обмениваться. Так, ну, потом, вопрос классный, я буду думать, на самом деле, не готов ответить на него. Я добавлю к этому всего, то есть вот,
рассмотрим такую ситуацию, что действительно волатильность с распространением дистрибьюции системы, она уходит на нет, то есть становится более стабильной. Mm-hmm. Тогда, например, ну, производитель стали, например, понимает, что в этом можно накапливать капитал. Вот, то есть цена стабильна, можно сохранять. Также как бы становится нет. Теряется необходимость выводить деньги в офшоры, так как биткоин частично может выполнить эти функции, то есть сохранение этого капитала, который выполняет офшор. Да, и только производитель стали начинает использовать этот метод, он начинает выставлять цены на сталь в биткоинах. А кто как выставил цены, производители готовой продукции выставляют цены на готовые продукты уже выставляют в биткоинах. И вот тогда это становится уже... Ну, как вариант, Максим, по поводу золота, это на самом деле классно. Я отвечу на это. Да, пожалуйста. Не может волатильность на биткоин стабилизироваться, так как ограниченные ресурсы, так как золото, волатильность на биткоин может быть такая, как на золото. В соответствии с ростом технологий или населения, также коррелируется цена золота. Я думаю, что как раз по поводу волатильности Кир лучше скажет. Возможно ли можно? Можно я вот поправлю сначала вас по поводу волатильности. Вас поправлю по поводу волатильности, потому что... Я потерял мысль. Ты еще раз. Возможно ее сократить или нет? Не, волатильность сократится в тот момент, когда будет объем рынка очень высокий. Вот. И не важно, что его мало, не важно, у него 8 знаков после точки, его просто деноминируют, если что. Таким образом берется фактор волатильности и изменения спроса на биткоин, как система оценки или платежного средства. Но цена на биткоин формируется другими факторами спроса и предложения, а это зависит от экономики. И дело в том, что в связи с тем, что биткоин, как и золото, ограниченный ресурс, с изменением экономической экономики, с ростом экономики, также растет цена биткоина. С падением экономики падает цена. Ну, я думаю, что связано с только биткоином, конечно, но мысль меня, но это же проблема. А еще по поводу того, что... Стабилизация цен мы не можем осуществлять после на товар. По поводу того, как ты говоришь, что биткоин это как типа промежуточное звено от одного к другому. Я бы тебя поправил с точки зрения того, что биткоин – это первая резервная криптовалюта. Резервная, понимаешь, что такое? То есть все остальные криптовалюты имеют свою фиатную стоимость в отношении к их обменному курсу к биткоину. Через биток считается. Да, в отношении через биткоин. Поэтому биткоин здесь является мерилом. И когда вот эфир растет, а биткоин падает, то эфир остается все равно эти же деньги в долларах. Вот как раз Дима мне сегодня говорит. Да, это отдельный вообще разговор, как бы роль биткоина именно на рынке криптовалют. То есть он действительно стал тем же, чем стал доллар на как бы на Форексе. Вот, смотри, вопрос. Да. По поводу стоимости стали в биткоина. Каким образом это может происходить, если руда покупается в долларах, а продается в биткоинах? Где база налогообложения? Секунду. Где база налогообложения для государства? Потому что биткоин, тогда возникает вопрос, логичный вопрос, что необходимо биткоин, чтобы государство признало, если можно платежные средства. Да, но в этом случае государство не может этого сделать априори, потому что теряется контроль за эмиссией денег. Это основная экономическая функция государства, основная. А биткоин антигосударственный? Это конфликт интересов. Надо, пожалуйста, это потом мы уходим нашими моделями, отбираем все. Это вопрос, который я хотел задать тебе, потому что если представить, что к этой модели присоединяется еще и платежное средство, глобальный захват света, тогда государство, вы ощутите, вообще эта идея ощутит колоссальное противодействие не только конкретных личностей, а государства как аппарата, как государственной машины. Это мы идем. На самом деле, реальные деньги сначала были тоже частные, и потом государство взяло это как инструмент. Это тоже может произойти. Теперь отдавать государство не будет. Оно уже взяло себе эту функцию. Блин, где бы нам сделать такое? Основная экономическая форма. Поменялась форма денег, точно так же поменяется форма государственности. То есть вот
такой строй, как демократия, в моменте произошел другой социальный строй. В принципе, вот, просто поменяется социальный строй. Это демократия на сегодняшний день. Поставьте круглый стол там. И следующая форма управления государством – децентрализация, коллективный разум. И в этом случае, только когда к коллективному разуму мы приходим, а в первую очередь двигатель коллективного разума может быть исключительно образованность членов государства. И это проблема, которая лежит за плоскостью вообще децентрализованных валют и то, что касается блокчейна. И мы скоро перейдем к генетической селекции и обратимся к гиперамерикану. Серьезно, ну таких нет. Это опасно. Ну, то есть, как бы. В любом случае, как бы то, что меняется, как бы правильно. Не может на сегодняшний день, на сегодняшний момент развития, да, не может коллективный этот разум решение связано с экономикой, с выплатой пенсии. Любой скажет, давайте да мне побольше давать, не понимая. Может, у нас уже есть модели, частные пенсионарные фонды, которые, как венчурные фонды, потом инвестируют. Вот эта модель. У нас есть аукционы и продажи, и это как бы собрать все, что есть. Это как бы фильтр, а вот что, то, что мы создали, чтобы отобрать все это имущество, передать частные руки. А потом эти механизмы реально существуют в частном бизнесе, уже используются. Сегодняшний день сложные вещи, которые коллективным разумом, не демократичным, не делегированными функциями управления, такие как внешняя политика, да, люди, Украина, это общее. 99% не могут, не могут влиять на внешнюю политику, потому что не понимают, что это. Внешняя политика сейчас очень глобальная такая. Чем состоит внешняя политика? Внешняя политика каждого... Нет. Да. Кем жить, с кем нет? Как физически, с кем жить, с кем нет? Дружить, с кем дружить. Вот примерно так. Потому что... Например, объясню. Запрендится человек человеку. И для государства государству, ну это как бы чего мы видим. Я вижу, ну это чуть радикальный, но это не государство, а это новые города. Реально этот процесс, то что мы идем, оно было средневековое. Средневековое там не существовало там большое государство с державой между собой. Существовали реально города, которые развивались, и у тебя была абсолютно свобода того, какие деньги ты использовал. Какие институционализму ты доверял, какие сервисы, все это. А сейчас мы ходим, как я это все вижу, это цифровые средневековые, которые дают нам возможность, что все эти институционализм децентрализовать и довести до такой степени, где мы станем более мобильными. И эти механизмы реально будут работать на вот этих маленьких уровнях, и мы сможем существовать, потому что большинство сфер сегодняшних, которые мы используем, там вот третьего арбитра в виде государства уже нету и так. И они нам не нужны. Друзья, я предлагаю эту же дискуссию. Блин, круто, поэтому пойдемте.